В просторной горнице Христос возлег к обеду приглашенный, дорогой дальней утомленный, в тени от зноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади Христа, свой тяжкий грех осознавая и не посмев поднять глаза. А слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все твердят с упреком, он бы знал о том, если б был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Пусть видят все, кто видеть мог, она в безмолвии рыдает и волосами утирает потоки слез Христовых ног. И, дорогой, разбив сосуд, елей прекрасный выливает, святые ноги омывая под ропот многих голосов тому, кто вскоре пострадает за искупление грехов. А слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все твердят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Друг, стоящий в стороне, услышь призыв Иисуса нежный. Признайся, ты ведь тоже грешный и даришь душу сатане. Ты не стыдись того, что круг твоих друзей тебя осудит. Скажи им, что их тоже любит великий милующий Бог. Кто душой его возлюбит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склони Господним ногам. Бог велик в любви, не таков, как люди. Он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария.